сейчас мы идем, мы вышли из автобуса. О, Марин, привет! Вот торговый центр. И нам очень холодно. И мы ждем Анастасию. Все, сейчас мы идем в торговый центр. Это прихоть. Идем, мы идем. Вот мы поднимаемся на второй этаж. Да, Ваня? Да. Вот мы видим KFC, сейчас мы подходим к нему. Ура! Все, мы уже заказали лонгеры и питье, вот. Сейчас будем кушать. Ваня, присматривайся, что там? Мы уже вышли из KFC и идем гулять! Вот мы идем по проспекту, идем в Фикс Прайс. Сейчас мы сделали покупки в Фикс Прайс и идем во двор гулять! Мы вот такие покупки сделали, фреш-бар каждый, а Настя себе купила шоколадку и сухарики. Ля-ля-ля-ля. Вот мы пришли во двор, и сейчас мы будем тусить. Сейчас я начну прогулку с фреш-баром. Первый тренажер, который мы исследуем. Идем в магазин за последним вкусом фреш-бара. Вот мы добыли новый вкус фреш-бара, но сейчас пошел дождь, и мы сейчас побежим. Сейчас идет дождь, и мы идем к Марининой бабушке, чтобы погреться и повеселиться. Все, сейчас мы поднимаемся и идем к Марининой бабушке. Все, мы пришли в гости к Марининой бабушке. Так, сейчас мы будем пить чай с блинчиками и с вареньем. Ну, помнишь, когда на острове мы тебя в гусеницу играли и поставили себя первой? А, да-да-да. И ты сбила велик. Кого ты била? Велик. Велосипед. Велосипед. Итак, сейчас мы покушали, и сейчас мы будем пробовать напитки Fresh Bar разных вкусов. Очень вкусно. Очень вкусно. Я оцениваю этот напиток из 5 баллов на 5 твердую. А ты, Таня? 5. Да нет, а что она мне надоела? Она сама. Очень вкусно. Ставлю 5. А все выбирают по своему и оставляют себе, да? Да. А очень это кому? Вкусно. Я ставлю 5. Очень вкусно, при очень вкусно, но я оцениваю на 4. Все, сейчас мы поиграли, и скоро мы пойдем гулять. Сейчас мы выходим из квартиры и пойдем гулять, опять гулять. А не опять, а точнее снова. Сейчас мы будем играть в необычную бутылочку на желание. Thank you.
Раунд второй. Так, сейчас мы узнаем, на кого выпало. На кого выпало? На тебя? Таня, сказать моему брату привет. Привет! Третий. На Настю! Таня, какому-нибудь мальчику сказать, ты мне нравишься. Четвертый. Испытание. Таня, любому мальчику сказать и сделать ему воздушный поцелуй. Пятый. Последний раунд. Я Марине. Привет, давай дружить. В школе есть страшный лес, и мы испытаем его на себе. Нам очень страшно, здесь очень так сильно холодно, мурашки по телу. Очень страшно. Еще бы добавить темноту, и это будет полный мрак. Идем. Нам очень страшно. Я упала. Снялась, так тяжело. Спину больно. Вот она, эта проклятая школа. School 80. Здесь хоронят отличников этой школы. Надо... Это что такое? Нам оттуда нужно бежать. Нам страшно. Выпустите нас! Мы вышли из этого леса. Мы выдержали это испытание. Нам плохо! Прогулка и наше видео подошло к концу. Очень жалко, мы все расстроились и даже погода испортилась и пошел дождь. Пишите в комментариях, как вы проводите свои выходные. А я вас очень сильно люблю. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Я вас очень сильно люблю и вас очень сильно любят мои подружки и мой родной братик. Всем пока!